является это никаким сигналом. Губернаторов всю жизнь арестовывали, всегда они воровали. По-моему, так всегда будет. И не только в России, опять говорю, во всем мире. Вот это такая должность, когда тут, если ты становишься губернатором, значит, я так предполагаю, я ставлю себя на место губернатора, как актер. И там я вспоминаю сразу Гоголя, Чехова, Толстого, много-много всяких других замечательных писателей. И понимаю, что это данность. Значит, ты должен вот обязательно брать и воровать. Это, когда люди на это идут, они должны понимать, что за это грозит. И это абсолютно обоснованно, и тут нет никаких каких-то жалостей. Это такие производственные отношения. Такой профсоюз у них свой, профсоюз губернаторов. Там наверняка есть какие-то свои уставы, законы. Но так будет всегда. Никаким уроком это не служит. Нет.